надоел, как прошла сегодняшняя игра, результат недовольны будет невозможно. Почему, как всегда, вы разыгрываетесь в третьем периоде? Ну как у нас вновь было терпеть, сначала вытерпели, они на контратаке поймали, но все ребята старались, потерпели, забили выиграли. Вчера игра прошла немножко в другом русле, что вы вынесли со вчерашней игры, чтобы исправить сегодня? Ну да, вчера не потерпели, сегодня было на своих ошибках получилось. А какие ошибки, что было, что увидели? Главное, это терпение было, а мы не терпели вчера, на последних минутах. Были присели уже и расклеились в конце. У вас выделился такой один из лучших игроков, да, такой. Вообще, как складывалась на протяжении всего матча игра? Какие моменты интересны, какие самые сложные? Не, ну как, Кагарин молодец, он как-то даже было удаление, как-то два гола забили, он переломил этим как бы удалением в игру, как-то пожертвовал собой, как бы, эту команду. Ты забиваешь вот уже вторую игру подряд, до этого как вообще произошло твое собственное раскрытие на зрителей? Да, даже не знаю, как так. Ребята молодцы, как помогали. Ну, как бы, команда работала. Коллектив уже складывается? Да, ребята очень дружные, как команда хорошая. Уже знаете, да, основные? Да, конечно, сейчас будем плей-офф готовиться, попасть как-то. Ясненько. Какие впереди самые трудные матчи? Сейчас еще два матча у вас со Спартаком. Да, сейчас как каждый матч самый трудный, наверное. Каждый матч у меня особенно готовится. Спасибо.